155-летие народного поэта республики Сулеймана Стальского отмечается масштабно в Дагестане в текущем году. Такое предложение озвучил глава региона Сергей Меликов. Он назвал поэта ярчайшей фигурой дагестанской поэзии, о которой при жизни восхищенно писали Максим Горький, Борис Пастернак, Николай Тихонов и многие другие. Сулейман Стальский был не только первым народным поэтом Дагестана, но и первым дагестанским поэтом, о котором заговорил почти весь мир. В мае исполняется 155 лет со дня рождения великого Ашуга, который завещал свой край беречь от непогод и радовать родной народ. Тематическое мероприятие для учеников школы номер 6 прошло и в библиотеке имени Фазуалиевой города Каспийска. Почетными гостями стали научный сотрудник Музея изобразительных искусств имени Гамзатовой Джанат Гаджиева, учитель русского языка и литературы Фироза Шахмарданова и многие другие. Музей, в свою очередь, предоставил работы художника Лакова, книги Эфенди Капиева «Поэт», прототипом героя которой стал Сулейман Стальский. Мы привезли небольшую выставку, состоящую из 15 работ, где представлены иллюстрации к произведению поэта Эфенди Капиева. Создал их в 40-е годы Николай Андреевич Лаков, московский художник, большую часть своего творчества посвятивший Дагестану. В рамках мероприятия ведущие рассказали присутствующим о биографии великого поэта, его тернистом пути и поэтической деятельности. Школьники, в свою очередь, рассказали стихи Стальского на русском и родном языках. Ну, что же, в рощицу лети, и ястреба не встреть в пути, а то тебя мне не спасти, мой торопливый соловей. И приглуши-ка свой трезвон, возьми неспешный, ровный тон. Гостям также были продемонстрированы тематические и информативные видеоролики, в которых отразилась жизнь и творчество поэта.